Привет, ребятки, мы с вами продолжаем играть в Синдикат, проходить его. И предыдущая серия, она была такая, полностью заполнена всякими ништяками, типа второстепенных миссий. Вот в этой серии мы с вами таки пойдем по сюжету опять. По поводу того, что я там буду предпочтительнее проходить в дальнейшем, я сказал все в конце прошлой серии. Если кто-то там сюда просто случайно зашел, советую все-таки финал предыдущий посмотреть, хотя бы, чтобы знать, чего ждать. Так, подожди, сундучок я возьму. Здрасте, испугались. Все нормально, сам испугался. Думал, сейчас как с жопой на ваши головы присяду. Так, доставай меня потом. Так, 64 метра, 74, я не знаю, что. Подожди, давай по карте посмотрим, что это вообще за задание. Так, ложечка сиропа и телеграфное известие. Давай телеграфное известие продолжим. Нафиг эту ложечку сиропа пока что. Пока что. Оп, стоять. Смотри, вторую шкатулку случайно нашли. Абсолютно случайно. Просто на какой-то дичайший фарт присел я, кажется. Вторая шкатулка, да. И в итоге получается третий диск демо. Вроде как. А их 32. Весь Лондон разбросаны, сука, 32 шкатулки. Совсем с дуба рухнули. Просто с ума сходить здесь собирать. Не, реально, если сесть там в диванчик какой-нибудь взять, там ништячки какие-нибудь, не болтать вот так без умолку нон-стопа, то, может быть, мне и было бы интересно всем этим заниматься. В принципе, я когда к родителям приезжаю, сажусь за братов Xbox, включаю периодически Ассасин и жахаю с удовольствием. Сейчас мышечку мы уберем. Воу. Убрал. Потрясающе. Дим, как всегда. Дима магиот, Дима молодец. На кого нарвался? Да я угоню тебя. Че? Попасть проще некуда. Ты придурок. Ты вообще знаешь, на кого нарвался? Извини, что твоими словами. Дебил вообще. Так, ладно, давай. Телеграфные известия. Рекомендуемый уровень 4. Джейкоб и Иви навещают Александра Грэяма Белла и узнают о новом воспоминании. Бонус за полную синхронизацию. 100 фунтов и 125 экспириенса. Хорошо. Хорошо. Ой, извините за этот звук. Гарнитурка. Старенькая уже. А, Джейкоб, мисс Фрай, рад вас видеть. О, вы уже видели новую ложь старика? Ложь в газете? Да ну. А что же произошло с вашей новой линией? О, заказанные кабели не доставили. А потом мы перехватили это. Некий груз был захвачен на колледжском причале. В таком случае вернем его. О, стоп! Еще в одной перехваченной телеграмме был рецепт мощной галлюциногенной сыворотки. Я изменил устройство под ваши наручи. Алекс, вы гений. Ну, это совсем не так. Впрочем, я открыл, что эта сыворотка превращается в газ при нагревании. И когда кажется, что вам себя не превзойти? Идеально. Напоминает Да Винчи. У Эдсо был Да Винчи, у нас есть Алекс. Галлюциногенным дротиком можно выстрелить у врагов, чтобы те начали атаковать своих союзников. Потрясающая штука, потрясающая. Я люблю галлюциногенный дротик, обожаю. И во всех предыдущих частях я прям кайфовал от нее. Ну-ка, вы что, охерели? Дерутся они тут. Это я возьму себе. Так, хорошо. Да, немножко прокатимся. Вы извините, телега сама здесь стояла таким макаром. Надо было забрать ту, которую мы у бандита забрали. Ей-богу, было бы полезно. Вот это проканулся.
Давай с крыши. Это крайне полезный способ. Сразу осматриваем здесь все. Прицеливаемся. Стреляйте дротиками в огонь. Хо-хо-хо-хо-хо. А у меня два дротика, по сути, получается. Ну смотри, они сейчас начнут угорать и друг друга мочить. Просто давай посмотрим на это все со стороны. По идее, выживший сдохнет. Да. Выживший сдох. 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 Я хочу забрать еще и сундуки. Их что-то очень много на этой локации. Прям крайне много. Ты глянь. Раз. Глюциногенный дротик. А, вот для чего их тут так много, да? Дротики забирать. А, нет. Красть кабели из ящиков вообще-то нужно. Три штуки. Кажется, я просрал момент. Ты пытался. Пусть будет дротик, а, пожалуйста. Отлично. Я вижу. Вижу ящик, который мне нужно обыскать, но туда я позже подойду. Давай-ка мы тебя обыщем. Так. Стреляйте дротиками в огонь. Давай, ребят. Че это вы тут? Еще плюс два. И так еще пятерых нужно. Ну а че нет? Пусть умирает нахрен. Смотри, смотри, он пошел дальше рубить кого-то. По-моему, наверху меня кто-то заметил, нет? Не. Ну, блин, ты мне сейчас все изгадишь. Попал? И куда он пошел? Охренеть. Где мне вас гасить? Мне нужно еще четверых согреть. Эй, ребят, идите сюда. Ребята. А, вон где я согрею их, я понял. Тут какой-то парень! Гоните его! Вот же тупица! Как он сюда попал? Твою мать!
Вот так вот, с ним и делись. Со мной будешь драться? Давай сюда поближе. А, сдох. Отлично. Мне так неожиданно для самого себя взяли и слетели. Взяли и слетели, мозг сидит и думает, где же я ошибся. Взял и слетел прицел. Я стал целиться в человека, вместо того, чтобы выстрелить нормально, как человек, просто как белый человек, выстрелить в костер с дротика и выполнить то, что было необходимо. Так, нужно еще кабеля. Я бы агрить не хотел всю эту толпу, но, быть может, мне придется это сделать, хотя не факт. Ты, короче, Джейкоб, меня удивляешь просто. Я же не нажимаю тебе. Я не нажимаю тебе X, вот. Чё, херали ты остановился? Будет двигаться? А, смотри, типа реально работает, ты глянь. Крючок на бочечке. И пошел, родной, пошел, пошел, пошел. Ты глянь. Ай, красавчик. Только вот человек стоит сбоку и колдует. Ну это ладно, ничего страшного. Давай, иди сюда. Иди сюда, проверь. Как хорошо, что мы улучшили ножи. Мне нужно, чтобы они ближе подошли. Ближе, 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 ближе. Твою мать. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, где сундук? Да где сундук-то? Да где сундук-то? Наверху, что ли? Серьезно? Ну-ка, слезь. Ну понятно, я, короче, просрал второстепенную задачу. Просто людей больше не осталось уже. Извиняюсь. Маленький радиус поражения у этого огня. То есть он, конечно, очень хорош, там все дела. Но это надо прям в упор стоять. Я, ну то есть противнику, которого я хочу зацепить. Но у меня так делать не вышло. Может быть, здесь на территории кого-нибудь еще найдем, а? Во, давай этих сагрим. Эй, слышь? Сюда иди. Давай, 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 давай. Четыре так по максимуму. Вот смотри, они с ментами начали драться. Не попадешь ты, придурок. И чё, они не побежали, что ли, за мной? Слышь, вы чё, реально?
Еще раз спрашиваю, вы реально что ли? Я не понял. Сюда иди. Убей его и за мной. За мной, я тебе говорю. Он на мушке. Любите побегать. Ловите его. Я точно не промажу. Ну давай, давай, давай. Попал, молодец, я горжусь тобой. Двое подошли. Двое, я сказал, подошли. Блин, нет, нет, как вы не вовремя, нет. Ну нахрена? Ну нахрена вы пришли на помощь? Нахрена вы это сделали? Я вас нанимал. Я вас убить хочу. Все, ладно, это уже похоже на гемор. Не получилось реализовать мой план, потому что эти двое, которые бежали за мной, один побежал вокруг дощечки, другой напрямую пошел. Ну и ладно, бог с ним. Я так много потратил. Патроны потратил на них. Менты еще багрились с меня, с человека, который просто так начал стрелять на этих, какого, на людей, которые рядом просто стояли все это время. Нужно срочно доставить груз старику. Ты посмотри, а мне сейчас за вами, да? Это за все. Вами, за вами. Да, 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 да. С дороги, с дороги, с дороги. С дороги. Давай, ты успеешь. Ты успеешь, у тебя все получится. Нож ему в спину. Стреляй в него. Слишком просто. Лево плавишься. Так давно хотел. Красава. Комбой убил. Квадрат-треугольник. То есть с помощью второстепенного оружия. По идее, я потратил также метательное оружие на это дело. Так, и что тут у нас? Последний ящик. Яд. Ух ты ж мать, яд. Белл с ним разберется. Да? Вообще-то мне хреново теперь. Вообще-то мне дичайше хреново. Покиньте запретную зону. Да я покинул запретную зону. Толку-то, я сейчас сдохну. Нет. Быть может и нет. Ладно, мне сюда. Извини, прости. Зачем? А, нет, смотри, все, действие яда прошло. Извиняюсь. Давай наверх. Давай, а, сможешь же. Может, конечно, чё я спрашиваю-то? Ты какой? И туда. Вот этот трос. Это уже даже не серьезно. Вот этот трос, я понимаю. Так, и синхронизация, конечно же. Ничего нет, халявная точка синхронизации. Это я всегда за. Это я всегда рад. Это я всегда за. Смотри, кучу всего нашли. Кучу. Охота на тамплиеров опять. Ну, всякие такие задания, которые нам предстояло делать в самом начале. Так, окей, хорошо. 390 метров. Ну, и как мы с вами поступим? А, вот так мы с вами поступим. Прыгнем прямо на соседнюю крышу. А, нет, не на соседнюю. Ну-ка, туда сможешь? Нет. Ладно. Все равно бы пришлось так сделать, так что ничего страшного в этом нет. Погоди.
Давай туда. Че за детишки там орут? Что-то я не знаю. У меня почему-то метка стоит на эту штуку. Надо ее убрать, снять, наверное. Ну-ка. Это, кстати, вот за вот эту тему прям плюс. То, что можно метки ставить и снимать, прям вот не заходя в меню. Да, это дичайший плюс. А за грачей с вашими Ubisoft доп-заданиями это прям отвратительная выдумка. То, что они вот такие. Потому что по большей степени они мне сейчас тоже помешали. Я мог попытаться что-то сделать. Хотя там тоже сам виноват, но ладно. Давай направо, хорошо. 140 метров. С крыши на крышу, просто с одной стороны на другую. И в эту сторону теперь. Мне кажется, если бы мы ехали на карете, все было бы гораздо быстрее. Вот это ты прыгнул. Гораздо все быстрее было бы. Я вам гарантирую, просто... Не захвачено, да? Ладно, плевать. Осторожно, мистер Белл. Дорогие мои друзья, как известно, всякое начинание — это риск. Ваше в особенности. Но вы снова одержали победу. Да мы вообще красавцы. Как вы узнали? Наступил век информационных связей. Мне уже сообщили из Гринвича. Груз прибыл благополучно. Спасибо. А вы узнали, что еще там было? Узнал. Боюсь, яд старика уже поступил в открытую продажу. Нас это не остановит. Зря надеяться. Вот странно, я, по идее, должен всем этим один заниматься. А все равно хожу с братом и сестрой. О, пу, сестрой. Ну, то есть вдвоем. Доступно новое улучшение. Не шибко-то оно мне нужно. Тут, по идее, второе задание, да, еще какое-то открылось. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Или вот это все. Поезд-штаб. Не, да, по идее это поезд-штаб. И вот ложечка сиропа. Это то, что нам нужно. Хорошо. Две единицы навыков мы получили. Кстати, можно, значит, что-то прокачать. Давай посмотрим. Сразу же в навыки зайдем. У меня три. Да, реально, глянь, у меня три очка навыка. Так, не шибко это мне нужно. А приземляйтесь бесшумно. Ваше движение также производит куда меньше шума. Да, вот это вот я сделаю. Приобрету. Поступь ассасина. Нормально. Вы получили третий... А, нет, четвертый уровень. Мы были третьего. Хорошо. Спасибо. В скрытом режиме Иви невидимо, пока сохраняет неподвижность. Ни хрена себе, ну это прям вообще бичевство какое-то. Обнаружить ее могут лишь противники, находящиеся совсем близко. Это прям вообще изимот какой-то. 8000. Подожди, а я улучшение банды прямо отсюда, что ли, могу производить? Да, кажись, да. Интересно. 150. Ага. Кстати говоря, когда я активировал бонусные штуки за Uplay очки, там же были и 200 хеликс очков. Так, мы можем получить внутриигровую... Так, я полагаю, ресурсы получим с вами сейчас. Ага, смотри. Дали 200 хеликсов бесплатно, а ресурсы стоят 250, 750 и 500, да? Охренительно. Усиление опыта. Угу. Подожди, чертежи какие-то имеются. Да, спасибо. Внутриигровую валюту. Потрясающе. На что мне хеликс тогда нужен? На что мне нужен хеликс?
Я понятия не имею. 200 монет хеликсов. Наверное, оружие там какое или еще что покупать. Че, тут кого убить? Охренели. Да. Дружище, ты первый, кого мне удалось спасти. Не за что. Первый. Первый спасенный житель. Слава тебе богу. Слышишь? Ложечка сиропа. Джейкоб изучает новый препарат, наводнивший Лондон, чтобы найти его создателя. Бонус за полную синхронизацию 75. Вообще, вот такие препараты, это было, конечно, да, бич того поколения, того времени. Вот такие вот мошенники с сиропами, которые лечат абсолютно все, с молодильными таблетками и так далее и тому подобное. Он ничего не пьет, кроме твоего сиропа. И теперь стал совсем дурак. Эй, не отпугивай покупателей. Вали-ка, то так взгрею, надолго запомнишь. Ты как со мной говоришь, прохвост? В чем тут дело? Вали! Ты охренел? Я прошу прощения, мадам. Придется побегать. Что-то он слишком далеко, по-моему, убежал. Слишком далеко убежал. Эй, парень. Эй, парень. Эй. Да что тебе надо-то? Так, я за тобой. Я понял. Я думал, здесь сокращу. Долбанные канализации лондонские. И... О, господи, снизу точно есть проход. Тебе придется его догнать, Джейкоб. Ты охренел? На, черт. Давай быстрее наверх. Вон он бежит. Нет, он уже остановился. Он думал, что все. Что все закончено. Зря ты так думал, дружище. Сам-то свой сироп, небось, не пьешь, да? Скажи мне, где делают сироп? Я знаю только, что они каждый день снуют от лечебницы к газохранилищу. Так, хорошо, нужно найти распространителя. Надо было его еще вздуть, слышишь, Джейкоб? Надо было вздуть парня. Ну-ка, наверх. Сдуть скотину, чтобы он просто взгреть его, чтобы он даже не подумал больше зарабатывать именно вот так. Вы видели этого бедолагу? Он просто дауном стал. Мы вроде как... Где-то на месте, выясним, да? Где делают этот сироп. Ага. Ого. Незаметно украдите план. Вот сейчас им там весело будет. Быстрей, 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 быстрей. Извините, мадам. Вы из грачей, поэтому с вами можно именно вот так. Ладно, давай дальше тут проедем. С дороги, с дороги. Полегче. Как-то мы их так перехватили, нагнали. Давай. Потише. Они убили того парня, а? Убили или нет?
Тише, 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 тише. Они меня не видят. Спрячься. Чуть было не заметил меня. Уходи, пожалуйста, друг. Уходи. Уходи, занимайся своими делами. Уходи. Твою мать, идет сюда. Одним придурком меньше. Значит, тот, кто разводит сироп, проводит бои в Литейной. Управляющий продажами знает, где расположена винокурня, на которой делают сироп спокойствия старика. Он часто навещает бойцовский клуб в Литейной, САУ, что-то там. Хорошо, начнем туда. Я украл незаметно. Все нормально. Правда, потом я его убил. И в этом нормальности мало. Но нормальность — это понятие растяжимое. Вот, допустим, для Джейкоба это вполне себе норма. Наверное, для Иви это было бы непозволительно. Джейкоб все-таки... Почему норма? Потому что он ко всему с игрой относится. То есть он как будто бы сам попытался... украсть. Сам себе как будто бы эту задачу поставил. А потом такое, ну все, выполнил. Могу теперь убивать. Для Иви, скорее всего, это была бы необходимость, чтобы, типа, погибло меньше людей. Хотя, с другой стороны, она, мне кажется, не шибко-то переживает тоже за этих ребят. Так что, да, нормальность в этом плане — это понятие очень растяжимое. Дичайшее. Так, ты глянь. Я вижу вас. Давай наверх. Блин, а мы вовремя оттуда спрыгнули. Рядом проезжал поезд. Причем он, по-моему, останавливается. Так, ребята, здравствуйте. Похищение. Находясь незамеченным позади, бла-бла-бла. Да, мы помним это все. Найдите управляющими продажами. Сейчас попробую. Вот ты где, да, я вижу. Именно его мне надо похитить. Давай, быстренько спускаемся. Аккуратненько. Ты охренел? Как ты заметил-то меня? Как он заметил? Я не понял. Черт. Вроде в игровом месте находился. Эй, привет. Я точно не промажу. Да ты промажешь. В игровом месте находился, то есть, ну... Там, где я должен был. Там, где я обязан был его ловить. Говори, или я тебя... Винокурня. Большое здание за пивоварней. Подожди, я ведь... Этот сироп не будут делать никогда. Я ведь должен был его похитить, нет? Ложечка сиропа, оставайтесь незамеченным. А-а-а, вон она еще что. Да и ладно, плевать. Мы ведь подружимся, да?
Подожди, ну нахер ты мне нужен? Действительно, незачем. Задание на 100% я все равно не выполнил. Я что-то вообще пропустил вот это условие, типа оставаться в принципе незамеченным. Да и я бы по сути остался. Что-то я вот потерял момент, когда рядом оказался товарищ, который на меня пристально так смотрел. Так, ладно, этих ребят я пропущу. Этих ребят я тоже пропущу, не хочу с ними драться. Давай, как Бэтмен, во дворы и наверх. Красавчик. Ну разве не красавчик? За исключением стиля прохождения, тот еще красавельчик. Ребятки, на этом закончим эту серию, продолжим в следующей. Всем спасибо за просмотр, хорошего вам настроения и всем пока. Удачи. А перед серией следующей я забегу на поезд и заберу бабки. Ага. Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на PZR Info, а также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.